Кидай мої нагородці з сезону. Полігон Терезово, це Донецька Народна Республіка. Що буде сьогодні? Сьогодні буде другий етап соревновань по біатлону між Донецькою Народною Республікою і Луганською Народною Республікою. І це естафета буде. І ми, жінський екіпаж, будемо закривати це мероприятие все показними стрільбами. Проїдемося три малих круга. Думаю, все буде красиво зроблено. Пацани! Можна сказати, що у вас професія до війни? Ну, я строїтель. Да? Преподаватель українського язика і літератури. Економіст. Да? Як твоя професія зараз? Первый заместитель начальника штаба гаубичный самоход артиллерийского дивизиона. И на данном этапе судьбы командир танка. Что лучше, сейчас или до? Мне сейчас нравится. Да? И ты? Я замначальника штаба танкового батальона. Здесь в танке я наводчик. Вот. Ну, конечно, здесь больше нравится. Я механик-водитель 3-й гаубично-самоходно-артиллерийской батареи. Гаубично-самоходно-артиллерийского дивизиона. И здесь механик-водитель. Танка. Так точно. Если вас можно... Что вас хочет сказать западноукраинские люди? Не военные, а люди. Что им хотим сказать? Да. Ну, я не знаю, там информация вся перекручена, поэтому что им можно сказать? Мы сами не пошли первые воевать, это к нам пришли в гости, скажем так. И отпор мы дадим, если будет дальше так продолжаться. Вот. По мне, не стоит дальше все это развивать, а стоит принять какое-либо решение. Ну, по крайней мере, в состав Украины я, допустим, не хочу. Что хочешь сказать Россия? Россия? Да, наверное, быстрее бы в состав России войти. Тогда уже стабильность, наверное, какая-то появится. Потому что у каждого из нас семья есть. И детям надо развиваться, надо какое-то будущее. А сейчас мы не можем знать, какое у них будущее будет. Can you please introduce yourselves? Представься, можете? Вышка, я красный трибунал. По позывному или имя отчество? Как удобно. Зовут меня Светлана, фамилия Дрюк. Позывной Ветерок. And откуда? Из Донецка. Зовут меня Ольга, позывной Лиса. Я тоже из Донецка. Меня Яна, позывной Оса, я со Снежного. Командир танка, капитан Светлана Дрюк. Наводчик-оператор, лейтенант Ольга Цымбаленко. Механик-водитель, ефрейтор Яна Передереева. Они представляют 11-й отдельный мотострелковый полк. Кстати, поздравляю тебя с женитьбой. Ты уже поженился же, да? Все, да, женитьба. Да. Здоровья тебе, молодец. Хорошую девочку выбрал. Да. Спасибо. Мы спасибо. Тоже за вами следим. Спасибо, да. Наш сын уже больше. Через неделю будет 14 месяцев. Да? Да. Да, потому что мы уже 2 года хотим свадьба, but потому что проблем документ и все, мы ждем. Это лето мы finally сделали все хорошо. Молодцы, поздравляем. А как назвали сына? Тимур. Тимур? Да, Тимур Патрикович Ланкастер. Отлично. Да, уже лучше Петрович. Не, Петро это другой. А, да, точно. Да. Спасибо. Thank you.
Девчонки, повернулись сюда. Пацаны, парни, о, Саня, еще раз, Саня. Ну давайте еще раз. Сюда, вот. Светка, блин! Хочешь, мы тебе свои отдадим? Девчонка, классно, вообще нет. Мы ошибку допустили просто.